Человек, но паук ударит по яйцам тебя вдруг. Не заметишь этого ты, потому что он бьет не до крови. Человек, он человек-паук. Что? В смысле пою на всю хату? Я стример. Что? Почему ты постоянно задаешь этот глупый вопрос? Я стример. Я выключу стрим, буду как серьезный человек разговаривать. У меня тут кучка бандитов без сознания. Чё, курьер, типа, чё-то поржал? Новая модель наркотиков в нетронутой упаковке. Отлично, я знаю, что это за анонимный... Они стреляют как дебилы, они стоят в полный рост прямо через дорогу от нас. Что там делать? Стоп, стрельба. Алло. Так, отходим. Я попытаюсь выстрелить, Кэп. Стоять, руки! Их нету, они исчезли. О нет, назад! Спецназ прибывает к башне, ждите сигнала. Ордер скоро будет. Топ-топ-топ-топ. Че ржешь? Иди, я стримлю Человека-паука. Кому автограф? Да, конечно. Конечно. Ну, я сам подойду, вы, конечно, не утруждайте себя. Кому автограф? Тебе автограф! А, бах, автограф, чё? Я весь день работал, блин, сама, блин, нарисуй себе, чё хочешь, блин. И напиши, а Человек-паука, блин. Какая баржа. Превосходная баржа. Вот чувствуется в некоторых местах халтура, да, вот разработчиков. Ё-моё, вот это... Вот это накрасилось так накрасилось, тётя Мэй. Я не могу их взять. Так, вышка прямо передо мной где-то. А, вот она. Идеальная игра. Ты не можешь быть настоящим человеком. А, не, вот это надо посмотреть, это надо посмотреть. Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками. Так, подождите, вот это интересный момент, как он поедет сейчас. Да, конечно, бля. Я псих, но паук. Я икнул, супер больно икнул. С 10 по 30, да. Нет! А! Я не знаю, даже Человек-паук не залазит в такую жопу, понимаете? Где какой-то человек-полгреб с остальной башкой размажил голову кому-то работяге. И она в одну жопу залезла, во вторую, в третью. Естественно, если человеку не пофигу, он должен, типа, ей сказать: «Алло, остановись! Остановитесь!» О, кстати, а если я попробую проехаться на метро в такое время, что будет? Кстати. А не недоработочка ли этой игры? Военное положение в городе, все ищут паука. Что происходит? А-а-а! Крутяк! Не, ну окей, мне нравится. Хорошо. Хорошо. Готово.
Молодец. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Да даже в такую ситуацию я попал, да что за бред? Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Чего? Он в прыжке мне дал? И почему у меня. Почему у меня мутный экран был? Вообще, я не могу вообще попасть. Чуваки, это просто невозможно. Сколько у них хп-то хоть осталось? Он фуловый, я вообще ни разу не попал. Лежать всем! Ёб твою мать, ну что за неловкая ситуация? Это время постоянно возникает, а? Да господи, не на Е, на F, блин. Чего? Чего? А чё произошло? Я прицелился человеку в голову, нажал стрелять. У меня он начал бить рукой. Потом... Как же приятно увидеть солнышко, чуваки, да? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ага. Намек понял, братишка, намек понял. Ты жопу-то смотрел? А ты смотрел жопу? Вы вообще хоть кто-то из вас жопу смотрит? Сука, бичуганы, блин. Как так-то? Сука, чё за кривое нубло меня тут снайпит, а? Какое же кривое нубло, блин, на стрим-снайпере, блин. Боже. Это тот же самый Battle Royale, но бесконечный. Понимаете, тут все то же самое, только нету круга. То есть,
ты тоже умираешь и, грубо говоря, ливаешь из игры и заново ищешь лут. Но только нету конечного победителя и нету какой-то определенной вот цели. Отлично, Lil Bird. С пулеметом, найс. Это будет попроще. Что происходит? Я даже перестал стрелять, я... Как это вообще? Как это вообще было? Что? Антон, Фокс в теории лежит без сознанки. Так, этого нокнули. Странно, тоже нокнули в таком месте, странно. Слева который. Перебегал, видимо. Направо сильно не вылазь. Ты скайп забыл закрыть, что ли? Не, ну ты продолжай, мы интересно. Неплохо это. Заебись, спалился, чувак. Плюс бан. Плюс пермач. Охренеть. А вы знали, чат, что есть 200-рублевые? Это жесть. 200-рублевые купюры. Что за звук? Что это за звук? Что за звук? Он... Едить, what the fuck? Что это? Что? Какого хера? Блин, вот это экшен. Идите в танк! Ребят, показываю на мувик. Вон, моя печенька, сено... А, моя фиолет, сено, печенька, справишься? Ну я уж сюда, блин, канулся. Ну, блин, конись туда еще. Все. Какого-то я, блин, канусь, да, блин, как? И че, ну все, вот зашипал же, ну, хуй а орешь. Ну а потом я бегу пешком, и как ну и беги, как что ты меня назначил, я, блин, канул, я тебе сказал, не можешь тогда все, заткнись, и все, не можешь, скажи, блин. Да ты заткнись, завали, твой обоссанный, ты уши свой, завали, тупой, делаешь, полезно. Орет, не, полезно, вылетишь сейчас, я, дебила, еб. Вот и завал. Нет, ты говори говорил, свой... ты мешал, твой ад выходит с контроля, я потому что ты никого не мешал, видишь. Да? Все, следи за адом, сиди контроль, зарался. Два блинка сделал, законтролил. Первый. Ближе к переходу, третий, да-да-да, третий. Угу. Я всем жить. Ахилит всех, четвертая ушла, Ладно, хоть прожал, сильно, блин, да. Дэв, блин. Мурняшка. Молодец. Будет зона под ногами. Ладно, хоть... Сори, блин, чат, что-то... Я подумал это... Пятая короче, группа пошла. О великом задумался. Пятая пошла, Зулкару. Не делайте зона. Клип только. Пятая, сейчас во время... Шиблизы. Они фиксят все свои... Я... Чтобы вы поняли, что произошло. Вы думаете, вы поняли? Нет. Я вынул окошечко... И оно заподозрило, что я сейчас буду ныть у них на форуме, и начало обновляться. Это не... Это...
Это магия? Как близы так делают? Такая инди-компания, понимаете, с небольшим бюджетом. Как? Но как они это делают? Укажите цель. Так. Можешь быстрее? Блин, Кекс, как же мы сейчас внезапно атакуем? Ну мы карту вычистили, так что почему нет? Так, там пробка какая-то. А, у меня один лесоруб, потому что не работает. Вот твоим, кстати, им. Можешь быстрее? Ну же, все, заходи, заходи, не стесняйся. О, там уже это, уже! Нас спалили, Андрюх, выходим! В атаку! А, убить! Зальян! Да у тебя дебилы стоят, пробка у нас! Прикажете открыть огонь? Заливаю! Вот они охерели! На-на-на-на-на-на-на-на-на! Играем в Warcraft! Что это такое? А, он умер? Ай, господи, ну что за... Это мой братюня! Сосать лежать. У 11 Шейкспир 12. Ну пацаны, ну сори, как бы, типа, я считаю, что легитимно выиграл, отыграл косарь, так сказать. Но маме мегуро ау зоза но матера казо. Унако ин юку. Нормару. Ноку раманте. Мираку юту номаку. Это мультик детский. Она уже трус... Что-то я сомневаюсь немного. Так, ладно, дальше. Че ты мне... Че вы начали заказывать? Че это за... Поймал просто на лету, лифак ее. Так, ладно. Блин, я не помню это, но это что-то старое. Как ты думал, что встречу тебя тут? Оптимус Прайму. Как тебе так не стыдно? Ты крадешь добычу, которую нашел я. Тут место для одного Прайма. Да начнется битва. В бой! Блин, надо парня попросить озвучку мне сделать, алерт. Блин, мне кажется, у меня лучше музыка будет, чем в игре. Сейчас, подождите. А я вам говорил, что Капитан Америка худший просто. Худший человек. А что вы едите? А, ну, вообще обычно... Может, чтобы было вкусно. Хорошее мясо люблю. А с утра? Днем. С утра я высыпаюсь, а потом хорошее мясо. Но топпинг не употребляете никакой? А, я не знаю, можно ли вкусную еду назвать допингом. Наверное, в каком-то смысле, да. Согласен, я а тоже сейчас допинг употребляю. —
Я, конечно, не эксперт, но судя по мини-карте, у тебя просто не стоит на игру. Так бывает, Кекс, перенервничал. Я даже... Ай, блин. Лол, что там голос?